Вот, мы сидим на озере Иткуль. Вода в нем пресная, но она очень-очень холодная. Но так как она недалеко находится от нашего лагеря, мы частенько сюда уходим и купаемся. Большая часть нашего полигона, она входит в Хакасский заповедник. Конечно же, очень красивая природа. Здесь столько озер и соленых, и пресных. Самое, что главное, да, то есть здесь есть комплекс как вот осадочных горных пород, и рядом же находится комплекс магматических горных пород. Если активируется. Спасибо. Его нету. А чем салат заправлен? Майонезом. Все заправлены? Я не знаю, но все равно договариваться на скорбь. Чтобы ходить по полям и горам, надо иметь хорошую физическую подготовку. Многим очень тяжело. В Алтае, вот у нас в алтайской практике, было тоже, конечно, жарко, но я не думал, что будет здесь так жарко. Сгорел в субботу, вот, и у меня я спать аж не мог. Вот, руки очень сильно горели. Вообще, у нашего факультета, у геологов всего две практики. Одна на первом курсе. Она проходит в горах, на Алтае, красивые пейзажи, интересные геологические объекты. Но она экскурсия. А здесь мы им поручаем работу, настоящую геологическую работу по геологическому картированию довольно значительной и сложной территории. Отрисовываем все тела долеритов, которые встретите по дороге. И вот по ходу маршрута, как вам рисовали, и у Красной Горки встречаемся пол второго.
изучаем основы, так скажем, ну вот именно на этой основе геологического картирования. У нас в одной из точек было наблюдение, что она перекрывает и известняки, и диабазы, да? Здесь, в отличие, скажем, от университетских занятий, там лекций, семинаров, ты после рабочего дня ты видишь свой результат вот именно на карте. Будет точно. Номер точно поставили. Так, элементы залегания здесь померили? В конечном итоге у нас должна получиться вот полноценная карта 25-тысячного масштаба этого района. Первая часть обычно у нас посвящена это изучению опорных разрезов, где фактически преподаватель читает в полевых условиях лекции. Изучаем геологическую последовательность толщ, которые слагают этот район. Изучаем состав, строение их, взаимоотношения друг с другом. Составляем так называемую легенду геологической карты. То есть ту основу, на которой они потом будут строить саму карту. У тебя вот есть знания, да, и ты их можешь либо применять, либо нет. А здесь их тебе приходится применять, потому что, ну, то, что теорию мы учим, конечно, в течение года. Ты же, если что-то не понимал, все это очень быстро восстанавливается. И вот здесь вот эти долевиты упираются в моторак нижний. Затем студентов отправляют в свободное путешествие. Естественно, под нашим контролем и руководством. Ну и, конечно же, здесь мы пытаемся, в первую очередь, научить студентов самостоятельно думать. Это штрафбат. Что-то вроде наказания за то, что мы недостойно прошли предыдущие маршруты. И теперь мы должны пройти много километров, проследить много границ. И это будет страшно. Вот так мы собрались. У нас есть определенный участок, нам нужно весь его сегодня закартировать. И удобнее, когда разделиться на две группы, чтобы кто-то прослеживал вверху границы, кто-то внизу. Но ребята вот у нас пошли прослеживать разрывное нарушение, а мы сейчас прослеживаем интрузивный комплекс. Да, вроде. Данные есть, что что-то здесь несогласно происходит, но как-то еще не до конца увязали, еще разбираемся. Ну, непонятно, что у нас получается, то ли у нас там разломы, то ли еще что-то. То есть я даже не понимаю, в чем у нас проблема. Мы просто не можем разобраться, что здесь есть. А это общее, да, мы проходим? Вот здесь вот, а вот опорный маршрут, который сейчас не надо будет следить с этим. У нас вообще-то из опорного вообще ничего нет. Нормально. Такая каша просто в голове. Непонятно, что там происходило. Кто куда двигался, какая плита, куда. Подъезжаешь, обычная гора, кажется, вроде бы. Прошлое там лесом каким-то, лежат какие-то камни. А потом смотришь вот на этот разрез, там на стратегическую колонку видишь, вот тут вот эти слои чередуются. Эта гора, она как будто как оживая, то есть она становится живая. Немного нереально вот ехать по Алтаю, ехать здесь по Хакасии, понимаешь, что когда-то здесь было море, а тут когда-то были вулканы. Это кажется просто нереальным. Лучше вот быть очень упорным, чтобы это все понять, потому что, ну, всегда все в конце срастется, вот, и если ты недостаточно упорный человек, то ты можешь, как бы, сдаться и не увидеть этого. А вот идешь ты по высокому склону, да, по крутому, и ты забираешься на гору, и понимаешь, что ты пропустил внизу склона очень важный объект. Важно не сдрейфить и пойти вниз, это прогнуться под всем этим, посмотреть, потом залезть еще раз наверх, а там перепад высот, ну, 500 метров, например. Ну все, теперь нужно сюда забраться и вот и нам протянем вот эту границу. Там, смотрите, что это вот этот вот это обнажение. Ну, все, пошли проверять, там брег чей-то нет. Дорогу осилит идущий. Вот если человек идет по этой тропке познания, ему есть смысл помогать. Надо научить человека ставить задачу, вот, искать, помогать ему найти путь к ее решению и добиваться ее решения. И мы делаем это, скажем, на геологическом материале. Ну, вообще-то, мне кажется, в любом направлении в геологии нужно сначала поставить себе задачу конкретную, потом ее решать уже посредством того, чему тебя научили там в университетах, там в институтах и прочего. Ой, высочный. Ой, Егор, я тебе образец нашел. Это я уже нашел. Егор, я тебя
Ну что, расскажите, в какой вы точке находитесь? Близитесь ли вы к концу? Пятой. Не поняли. Мы много чего увидели. Там просто очень много чего есть, но оно не складывается с картинкой там, и вообще непонятно, как оно там появилось и почему в такой последовательности. На самом деле, те породы, на которых мы сейчас стоим, должны быть вообще где-то там. Они должны там, а они сейчас тут. Что же делать? Идти на ковер. Переводиться на мехмат. Ну смотри, вот вершинка. Да-да-да. Вот здесь сюда вершинка. Это вот это как раз и есть. Вот это вот. А мы нашли лесники! Да! Тут сложно сказать, понравился тебе маршрут или не понравился, просто потому что они, в общем-то, все не очень легкие. Тут как бы с этим, я думаю, никто спорить не будет, но как бы цель оправдывает средства. У нас был маршрут, мы зашли практически на самую высокую точку этого полигона. Просто зависли на высокой точке там минут на 20. Несмотря на то, что мы опаздывали уже, мы просто сидели там и во все стороны глазели. Особое такое единение с природой, все эти выиски, вылазки. Ну и плюс, должно действительно нравиться вот это ходить по полям, по утрам, непонятно где, у черта на куличках собирать эти камни, образцы разглядывать, все это картировать. Это должно нравиться, чтобы этим заниматься прям определенно. Тебе нравится? Да, очень нравится. Знаете, вот сейчас я на практике, она преподносит самые различные трудности и испытания, но настолько интересно, настолько прикольные преподаватели, настолько крепкие и дружественные товарищи, что я думаю, что все это можно перетерпеть и наслаждаться тем временем, которое нам отведено. И не побеждала. Нормально. И не побежала. А если кто побеждал, да? Да, там где-то. Большой внутренний турнир на приз начальника практики. Это было вот 12 лет тому назад, был учрежден этот приз. Вот, и с тех пор он ежегодно разыгрывается. На нем уже первые победители стерлись. Новые поколения, новые слои, так. Но, тем не менее, это традиция, которую мы должны с вами продолжать. Главное во время удара, чтобы касалось. Три паса, ну, пас отдать, тут скинуть, да. Видни. Что, геологи, ну просто? Почему эта практика самая значимая в учебной? Потому что, с одной стороны, она приучает их к самостоятельности в работе, что очень важно. Но и самостоятельности в быту, в общении. Они, видите, скажем, геологи на полтора месяца здесь отрываются от семьи, и живут в коллективе. Это практика, которая позволяет им понять себя как частица небольшого какого-то общества. Вот эта практика, по сути, по большому счету, она очень многое помогает человеку самому понять о себе. Геология позволяет мне чувствовать себя человеком. Несмотря ни на что. Когда вот находишься в поле и думаешь совсем другими масштабами, в отличие от, ну, от города. Здесь люди прячутся за автомобилями, за дорогим пиджаком, за крутыми часами. А там, соответственно, все равны. Мы строим опорные разрезы, абрисы, сидим до ночи, с ними разбираемся.
Вот это все известняки были. Одному человеку там, вот он видит, соответственно, картину вот одним образом, другой по-другому. И получается, что геология, это вот все-таки, да, есть какие-то вот общепринятые сведения, но они все равно как бы через призму вот уже человеческих знаний непосредственно смотрятся. И вот это вот получается творческий процесс. Наша задача сделать не так, как на самом деле правильно, а сделать так, как мы считаем, и доказать, что такое может быть, и что мы правы. Все можно понять. Додумать, вывести. Я еще раз обращаю, вы так никогда не научитесь ничего делать. Вы должны были вот здесь вот нарисовать вот так вот. Так, и должны были нарисовать уже плагиоклазы и порфириты. Все. И это у вас сделано, работа была до маршрута. Ну что, опять Америку открывать? Ну, приходится, конечно, как-то и нажимать, и как-то, как говорят, и власть применять. Так, и без этого никак не добьешься ничего, иногда бывает так. Но, тем не менее, мы всегда строим свое отношение к студентам на глубоком уважении и понимании того, что этот человек, даже если ему сейчас трудно очень дается, если он пытается работать, мы всячески пытаемся ему помочь. Я их прошу одно – думать. Я их прошу мыслить, причем мыслить критически. Откуда? Площадь в квадратный километр. Мы сейчас закончим, возьмете образец кальперинита и возьмете образец аолита. С одной стороны, тот, кто много требует, ты на него злишься, но это он делает правильно, потому что ты его будешь там бояться или еще что-нибудь, и поэтому все будешь делать. А когда будут часто поблажки делать, и ты будешь разгильдяйничать. Именно трудолюбие, мне кажется, прививает сама наука, потому что она сама по себе такая какая-то благородная. Самое главное – научиться учиться вот именно. То есть потом в будущем понятно, что если вот этот запомнить, то какие-то любые новые знания не будут накладываться, и уже будет их легче воспринимать. И, наверное, вот это самое ценное. Пропущенную ладочную. Так. Есть. Сказал, что это типа на экзамен. О нас входит много самых интересных слухов. Я вам скажу, по большей части, это все неправда. Вот. Есть, конечно, много правды, но я скажу вам честно. Студенты-геологи – самые крепкие, талантливые и сильные люди. Они, так сказать, квинтэссенция мужественности. Наши девушки – самые прекрасные. И самые умные, конечно. Наш факультет способен на очень многое. Мы способны учиться очень много, но и мы способны веселиться до упаду. Мне нравится посидел у костра, не сам вот этот, знаете, процесс пения, игры под гитару, это всего лишь атмосфера. На самом деле, костер – это место, где люди собираются, и вне зависимости от того, насколько у тебя тяжелый маршрут был, не знаю, поссорился ты с девушкой, парнем, все это не важно. Ты пришел в коллектив, в котором тебя по-настоящему оценят, тебя любят, и тебя понимают. Каждый в этом коллективе поставит тебе плечо в трудную минуту и скажет тебе: друг, не робей, только вперед. Вот. Ну и, конечно же, это блики костра до кружки с чаем. Теплота, она не только вот от того, что ты греешься, то есть костер горит, а именно от присутствия людей, которые занимаются с тобой одним делом, вы друг друга понимаете, и вы как команда, которая друг друга поддерживает, друг друга согревает. Вот. И ты когда сидишь, ты это чувствуешь. У нас как бы одна большая семья, наш факультет. То есть я людей больше с вот таким потрясающим чувством юмора, с таким каким-то легким, жизнерадостным отношением к жизни я больше нигде не встречала. Мне нравятся такие ребята, которые самостоятельны, просто как человек, не как специалист. Специалистом мы ему поможем стать. Но вот активная такая жизненная позиция, ощущение себя значимой величиной – это очень важно. Самое главное качество геолога – это любовь к жизни. Любовь к жизни, она бывает разной. Можно любить жить
и лежать на диване. Можно любить жизнь и сидеть в уютном кинотеатре в обнимку с девушкой. Ну, это тоже прикольно, ничего не скажу. Вот. А можно быть живым, по-настоящему свободным на природе. Вы знаете, когда ты находишься в 300-400 километров от ближайшего населенного пункта, и ничто тебя не держит, ничто тебя не отягощает, только твоя работа, только твое любимое дело. Нет ничто и никого, кто бы мог бы тебе помешать. Именно тогда ты, наверное, самый счастливый и по-настоящему свободный человек.